Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, ядерную кнопку. Что, следующий шаг — ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках, потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. И последнее. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.